Югорчане расскажут о традициях обских угров в Риме. Здесь открылась выставка туристской сувенирной продукции российских регионов «Красота в многообразии». На площадке Российского центра науки и культуры представлены образцы художественных промыслов и ремесел, а также атрибуты этнографического туризма. Делегация Югры презентовала в Италии экспозицию, составленную из предметов традиционной культуры и быта обских угров. Это национальные музыкальные инструменты, одежда, предметы утвари из дерева и бересты, женские нагрудные украшения и детские игрушки.